Приветствуем всех. И рискнем поспать? Стоп, то есть у нас действительно вечер настал? Здесь, естественно, смена дней и ночи. Просто как не замечал. Хорошо, вздремнули. Ты рано встал. Я не ждал тебя до восхода. Лучше часть дня до рассвета. Ты хорошо отдохнул. Нам ничего не снилось. Да, я выспался. Надеюсь, что так. Пора браться за работу. Фил, скажи, мы уже встречались? Если бы мы уже встречались, ты бы этого не забыл. Ты что, никогда не спишь? Сообщения поступают все время. Вот почему я сплю здесь, а не в казарме. Но перед рассветом тихо, я обычно урываю пару часов для сна. Тогда я постараюсь не тревожить тебя на рассвете. Вот и ладно. Так, туннели. Как мне туда попасть? Это будет нелегко. Нижняя часть крепости была отрезана несколько десятков лет назад, когда я обрушился в входной туннель. Теперь там живут только пауки. Тающие башни, упадок. Туннели в нижней части крепости обрушились около 40 лет назад. Незадолго до конца правления короля Родрика, когда его взяли штурмом силы солерские... Что? Когда ее взяли штурмом силы солерских хорьков. А, видимо, имеется в виду. Все равно ясно. Они башни брали штурмом? Или что? Пауки? Ты ничего не говорил о пауках? Уверен, ты сможешь от них сбежать. Это проблема? Нет, все хорошо. Вот и ладно. Несколько дней назад исчез с поста один из стражников. Мы нашли его тело в старом арсенале. Оно было замотано в паутину. Командующий отправляет в катакомбу небольшой отряд с 5 крыс, расставить ловушки и разложить яд. Я получил приказ присоединиться к ним, но ты пойдешь вместо меня. Ты будешь рядовым скавом, присланным из Ювы, на замену рядовому Фьолу. Рядовой скаф? Я подделал документы о переводе. Командующим гарнизоном ждет тебя. А рядовой Фьол, что с ним случилось? Это долгая и глупая история. Тебе нужно собрать комплект доспехов, чтобы выдать себя за стражника. Понятно. Там повсюду детали старых доспехов. Тебе понадобится шлем, скрывающий лицо. Найди салат. Салат. Металлический шлем с полным забралом. Салаты приобрели популярность во время войны. Во время Второй войны воздержания. Король Нор тогда отправил своих художников на поле боя и приказал им нарисовать солдат противника, чтобы хорошенько высмеять их после войны. Кроме того, прежде чем отправиться в нижнюю часть крепости, тебе нужно приготовить противоядие от яда пауков. Их укусы могут быть смертельными. Противоядие? Я даже не знаю, с чего начать. Где-то внизу в стоках есть крыс, который сможет ей помочь. Его зовут Фауст. Фауст, это один из стражников? Он заключенный. Заключенный? Ага. Говорят, он был аптекарем. Но не смог вылечить барона от хвостита и... Хвостит. Заболевание, приводящее к появлению болезненных перетяжек во всей длине хвоста грызуна. Без лечения в хвосте может развиться некроз, и он отпадет. Это долгая история. Знаешь Торса Харума, стражника, что патрулирует стены? Его назначили помощником аптекаря. У него за поясом хранится свиток, где указано, как добраться до Фауста. Откуда ты все это знаешь? От самого рядового Харума. Этот дурак уже успел похвастаться в столовой. А сколько, кстати, аптекарь будет мне помогать? Потому что ты станешь его новым помощником.
И как мне раздобыть этот свиток? Как? Используя воображение. Так, зачем держать заключенного в стоках? Тила. Тебе лучше этого не знать. Ладно. Как только раздобудешь все, что нужно, я дам тебе приказ командующего. Без него тебя не пропустят через западные ворота к подъемнику. Ладно, полагаю, мне пора браться до дела. Удачи, и будь осторожен. Если тебя поймают, я не смогу помочь. Так, стоп. Приказ? А дома так два приказа каких-то валяется. А, это пропуск. Ладно. Фигурка жену Мерре. Так, нам надо собрать экипировку стражника. Значит, возвращаемся к кузнецу и спрашиваем его, где остальное. В прошлый раз, если я правильно понимаю, 6 монет мы отдавали за карту. Но карта у нас сейчас есть. Ой, забыл, что у нас здесь крыса. Все правильно. А все же интересно, что здесь у нас? От стражника-то мы сбежим. А вот что в дальней башне, посмотрите, это интересно. Да ладно, у меня такое хорошее боковое зрение. О, гриб. Что? Ого, это капкан? Надо быть осторожнее здесь. Я даже рядом не видел. Нормально так пробежались. Видимо, чем больше экипировки на стражнике, тем он бдительнее, что ли. И у меня, как обычно, все пошло наперекосяк.
А, то есть нам предлагали его не глушить, а отвлекать. Ладно. Думаю, он переживет это. Да ё-моё. Да, чувствую, мне в этот раз вообще будет не вести со стражниками. Я, конечно, и в прошлый раз вел себя так же нагло. Был красный с фиолетом в этой расцветке. О, роза. Ветер шелестел полевыми травами и порывами налетал на крепкие стены крестьянского дома. Вы были в поле, и она дурачилась, для смеха набивая щеки семенами подсолнуха и бросая вас целыми горстями. Она любила вас, она была счастлива. Мерра, освещенная последними лучами синего солнца. Мерра, чье имя означает подсолнух. Интересно, как поджечь это знамя. Ты что-то хотел? А если денег у меня нет, мы можем как-то еще договориться. А, мне уже найдется эти одна работенка. Что за работенка? Что-то мне нужно? Похоже, один из моих молотков отрастил ноги и сбежал. Доказательств у меня нет, но я сильно удивлюсь, если эти двое мышей воришек в камере тут ни при чем. Вернешь молоток, буду очень благодарен. Мышами-ворами? В смысле, у нас здесь только одна? Нет, лучше я сначала возьму у него комплект стражника. Ну, если получится, разумеется. Ищу какую одежду. Доспехи. Наверное, доспехи. Мне нужно найти доспехи. У тебя есть 8 флоринов? Ничего себе расценки. Ну, на, держи. Давай-ка взглянуть на твои карты. Вот, начали с тех мест, которые я отметил. Не могу ничего гарантировать, но у тебя отличный шанс найти там что, что тебе нужно. Ладно, ты еще что хотел? Нет, спасибо. 8 флоринов. У нас всего-то 40 было. Где-то внизу, если я правильно понимаю. Правда, минуточку. А как прочесть? Сколько? Вроде бы у нас должно быть еще два. Точнее, две части доспеха. Да, показан только один.
А, здесь не выйти. Так, стоп, в другую сторону. Ясно. Где-то здесь, но вниз. Скорее всего, за дымой. Что-то не уверен. Вороному считает, что карта открывается на кнопку инвентаря. Так что как-то... Желудь. Вот подстава. Она ходит? Да, отходит. Кстати, там роза, если не ошибаюсь. Ключ от арсенала. Блеск. А местный крысон есть? Ну, если доспех в арсенале, куда мы не можем проникнуть, то, конечно, та еще задачка. Да, показано, что мы как раз на уровне доспеха. У этого тоже вроде бы ключа нет. Значит, он где-то хранится в округе. Привет, ребята. Что ты делаешь, мышь? Заблудился? Я ищу кое-что. Сможет мне помочь? С Клинцовым разговаривал. Да. А про меня спрашивал? Он помечает все, что здесь творится. Ну и когда надо что-то закрыть глаза, тоже знает. И рот нам держать умеет. Короче, мы планируем побег. Хочешь с нами? Тс. Что? Ну что? Ему надо бежать с нами. Тебе надо бежать с нами.
А поодиночке небезопаснее будет? С ума сошел? За этими стенами на сотни вокруг, ты дня болото. Ты ее послушай, она может и преступница, но не лгунья. Еще какая? Нет, увы, не лгунья. Постой, она? Так ты мышка, а не мышь? Ага, а что такого? Не знаю, просто не ожидал, наверное. Почему это? Почему? Просто, ну, одеваешься как мышка. Вот тебе раз. Ты тоже на мышь не слишком тянешь. Так ты с ним пойдешь или нет? Ладно, расскажите мне свой план. Ну, стоп. Мы ничего не знаем. Он может вспомнить на команду еще. Ну, правда. Может, он не как крыса. Если хочешь пойти с нами, ты должен сам нам доказать, что тебе можно доверять. Как тебя зовут, мышь? Тила, его зовут Тила. Откуда ты знаешь? Моя Амма была гадалкой. Наверное, у меня это от нее. Амма. Маленьких мышат воспитывают все жители деревни. На мышином языке Амма буквально означает «вторая мама». А прочитать, что я сейчас думаю, можешь? Что, мне надо помолчать? Да, это настоящий талант. А мы никому не раскрываем своих настоящих имен. Может, от меня... Ночной Феникс. А я Фаталь. Не называй настоящее имя. Извини, Гаста. Что-то ничего в голову не пришло. Вздыхает. Вот что, Тила. Докажи, что мышь из наших. Внеси на свой платок с пояса стражника. Или, может быть, возьмем тебя с собой. Ну, хорошо, держите. Так, дай-ка посмотрим. Отдаем платок крышкам. Фу, убери эту гадость. Это ты просто принеси соплетерку, Гаста. Вот, убери. Ладно, ладно, давай сюда. Довольно. Он взял то, что ты просил, Гаста. Пусть идет с нами. Рано еще. Есть другие вещи, которые нам понадобятся в дороге. Найдешь их, пойдешь с нами. А почему нам самим все не собрать? Стражники время от времени все-таки проверяют, где мы. Они заметят, если мы попадем. Как и сама крепость, стражники тающих башен знавали лучшие времена. Для членов крестьянской гвардии, которые чем-то прогневили оборону, патрулирование крепости становится завершением карьеры и в буквальном смысле последним заданием. Такое положение дел сдает о себе знать. Оказавшись в тающих башнях, крысы становятся подавленными, недисциплинированными и просто злыми, обретая склонность вымещать свое раздражение на всех существах, что по глупости окажется у них на пути, особенно если есть существа – мыши. Но все ясно, почему они все такие не особо рьяные в плане защиты и могут стоять на месте, даже после удара по голове. А вот про твой побег они, похоже, до сих пор не знают. Конечно, кому нужен такой зануда? Зануда? Рохля. Серость. Пустышка. Милашка? В милашке то, что плохого? Ну, не то, чтобы милашка. Скорее, пофиг. Сладненький? Скорее, даже приторный. Ну, ты не волнуйся, это хорошо. Я такого делал, зануду в самый раз. Мы мне про свой план рассказывали. Да, точно. У нас есть список. Будешь приносить нам вещи по порядку, а мы припрячем в камере, пока не будем готовы. А почему бы вам не отдать весь список сразу? Если тебя поймают, нельзя, чтобы он вывел нас. Не самый смешной парень, правда? Заян, мы научим тебя паре секретов нашей профессии. Как его встречить ее, отличить умение, развить выносливость и все такое. Как только отучить навыки, тебе станет намного легче. Ладно, я в деле. Тогда приступим. Говорят, вы можете что-то знать о пропавшем молотке кузнеца. Кто это такой сказал? Кузнец? Он знает, что он взял молоток. Тихо. Да, может быть, мы кое-что об этом знаем. Может быть, мы хотели сделать подкоп из своей старой камеры, чтобы попасть в стоки. Но далеко мы продвинуться не успели. Нас перевели сюда. Правда, молоток и еще парочку вещей мы припрятать успели. Вернешь нашу значку, скажем, где молоток. Ладно, куда спрятаем молоток? В нашей старой тюремной камере. Там на стене два металлических кольца. Они открывают тайник, который мы там нашли. В этом месте кругом секреты. Это тебе пригодится. Ключ. Вот еще схема. Сложный вам клочок бумаги. Не открывай, пока не окажешься в тюрьме. То есть нам действительно надо вернуться в тюрьму? Я надеюсь, не придется.
Алый гриб. Обычный гриб. Башмаки вора. А это удобно. А только не помню. А, нет, этот не уходит никуда. Только я что-то не припомню камер, которые мы не открывали. На камера? Это их что ли? Или все же? Если так камера, здесь должны быть где-то кольца на стене. Но я их не вижу. Вот это может быть кольцо, но... А, нам же дали схему. Достаточно? Да, видимо, было достаточно. Как стоит? По схеме получается, что это уже правильно стоит.
А, тьфу ты, ё-моё. Точки это было не положение самого кружка, а расположение рукояти, на которой он вращается. Ладно, теперь яснее стало. Это такой, вор-карманник. Я министрель. Лютнист. Кто? Лютист? Лютому богу поклоняется. Лютому? Мы сами ребята лютые. Вы воры. Воры? Да мы в жизни ничего не крали. Просто перекладываем вещи из кармана в карман. Точно, без спроса. Шлем стражника. Я еще с ним шлем стражника. Вроде такого. Это хороший, для тех пор. Их не так просто раздобыть. Что у тебя есть на обмен? Думаю, у вас уже есть идея на этот счет. Ты сам сочиняешь песни? Я так повторяешь за министрелями поталантливее. Каждый министрель сочиняет что-то свое. Да напиши-ка про нас балладу. Да, баллада Гаста и Фаталь. Наша репутация сразу летит до небес. А я помогу. Песни будем со сквозными рифмами. Сквозными рифмами? Профессор, мы в гимназиях не обучались. Лучше куплетами. Что? Ты-то откуда знаешь, что такое куплет? Знаешь, что это не преступление, Гаста. Будь это преступлением, ты бы уже сам профессором стал. Я начинаю, а ты не отставай. Я рассказываю вам про лучших воришек. Пусть даже о них не написано книжек. Брат и сестричка, команда, что надо. Есть где-то золото и... Что? Если где-то есть золото, то они где-то рядом. Странно звучит. Ладно, допустим. Из этих двоих похитрее Фаталь.
Так, по-моему, оба варианта такие своеобразные. Да и рифма та еще. Ну, сколько шок я доверять тебе не стал. Сестра похитрее, Гаста силен. Во сколько денежек прынули вдвоем? Что угодно утащат, умыкнут, украдут. Ваша вещь без присмотра? Они тут как тут. Последний свой Флорин успеют забрать. Пока ты хоть что-то сумеешь понять. А пока вы тут слушали разину в пасти. Что? Я опять не вижу рифму здесь. А ты хорош. Ладно, ладно, подумаешь, песню придумал. Что теперь, танцевать, что ли? Лучше это на музыку. Да, но это займет какое-то время. Тогда в другой раз. Подрезывает со шлема пыль и передает вам. Прекрасно. Осталось только как-то пробраться на склад. Ну, в арсенал. Ваш не твой. Должен быть тебе впору. Видишь, мы свое мышленное слово держим. Все, когда ты бываешь в первый раз. Вот ваш припас и старая камера. Вот это дело. Молоток у Ринзата забрал. Мы теперь в расчете, так? Ага, в расчете. Кстати, ты там поосторожнее, с кузнецом что-то не так. Ага, тузы бы увидел. Они деревянные. Целые ряды деревянных пеньков. Как заколдованный лес. Или кладбище бедняков. А почему вас держат не в самой тюрьме? Нас до пару дней как перевели. Можете браться отпустить? Или повесить. Ладно, что там первое по списку? Дороги нам понадобится пропускать для застав. Две штуки. Они есть. Три. Три? Ага, да, мы же еще. Я и говорю три. В любом случае, мы сейчас дойдем до кузнеца. Упс. Делаем ноги. Тебе что-то нужно, мышь? Ваш молоток у меня. Вот как. Хороший инструмент. Рад, что ты его нашел. Вот. 5 флоринов. Так, чем могу тебе помочь? Какую загадку? Пока ничего. И на этой достаточно плодотворной ноте, на этом пока что все.